Всем приветики! В CSGO вышло обновление, в котором добавили новых куриц. И, как вы можете видеть, теперь это больше петухи, нежели курицы. Теперь их, по-моему, стало больше расцветок. Раньше была всего одна курица. Раньше была на самом деле курица и одна расцветка. А теперь это уже петухи. Вот он боком идет, и прям хорошо видно, что это действительно петух. И у них 4 расцветки. Серый, черный, желтый и что-то среднее между серым и желтым. И даже, оказывается, не умеет прыгать. По идее, эта курица должна следовать за мной. Но она застряла, и она прыгает. Я не видел раньше, чтобы курицы прыгали. Но она прыгает и машет крылышками. Так старается следовать за мной. Чтобы курица следовала за вами, вы просто подходите к ней, смотрите на нее, нажимаете «Е», она махает крылышками, после этого все. Она теперь с вами. Ого, они так выстроились. И вот теперь все они со мной. То есть они будут следовать за мной, куда бы я ни пошел. Эти занимаются своим делом, но их тоже можно сделать своими, так сказать. Подходим, нажимаем. И теперь она со мной. Теперь они все со мной. Ну, а если вы ее убьете, то вам прямо напишут в чате, сколько она была с вами. 452 секунды. Хотя, по-моему, можно еще раз нажать «Е» на ней, и она уже не будет бегать за тобой. Это я на ней нажал только что «Е», и она уже не бежит за мной. Вот, например, на этой серенькой нажать. Все, она уже не бежит за мной. Такие вот петушки теперь. Хотя даже у черных есть своя расцветка. Просто черный и черный с серой головой. То есть есть 3 вида петухов. Черный, серый и желтый. Но при этом их расцветки могут смешиваться, например. Черный может быть серой головой, желтый может быть, или серый может быть с желтой головой. Ну, по идее, теперь как-то интереснее стало. Во-первых, они все разноцветные, а во-вторых, расцветки смешиваются, да и вообще качественно, круто выглядит такое вот обновление. И, кстати, куриц можно спавнить, я их спавнил командой «And Great Chicken». И курица появляется на том месте, куда смотрит ваш прицел. Вот я смотрю на это перила, нажимаю chicken, и вон она там, курица. Правда, она в стене запечаталась. Я думал, она здесь создастся. Вот она. О, прям в камеру смотрит. Прикольно. Прикольно, красиво получилось. И таким вот образом можно спавнить. Но я включил команду SV-Cheats-1. Я не знаю, будет без них ли работать эта команда? Наверное, нет. Скорее всего, именно сначала включаешь себе возможности, все возможности управления сервером через команду SV-Cheats, а затем создаешь куриц. Ну, даже, наверное, не курица, а все-таки петухов, потому что я бы не сказал бы, что это курица, это больше петух. Вот у него красный гребешок, вот у него такие щечки снизу. Это больше петух, так что теперь и поехал. Теперь на серверах уже бегают не курицы, а петухи, причем разноцветные. Довольно-таки прикольно, как по мне, прикольное, крутое обновление. Ну, а на этом все. Такой вот обзор на куриц. Всем петухов, всем покедово.